Александр Комаров, 87 килограммов, победитель первой схватки. Саш, если смотреть твою статистику выступления в молодежке, в юниорах, сплошные единички, победы. Достаточно редкое явление. Вот ожидалось у болельщиков, что вход во взрослую сборную тоже будет таким ровным и вверх. С чем ты столкнулся, когда вот попал во взрослую уже борьбу? Я когда только перешел по взрослым, тоже сразу выиграл чемпионат. Меня повезли на Европу, там я занял 3-е место. Для меня, мне кажется, бронза тогда была как золото. Очень хорошие соперники были, показали, что такое настоящая борьба. Потом поехал на чемпионат мира уже в другой весовой категории. Там тоже вел встречу. В конце лег на туше, проиграл схватку. Ну, не знаю, просто, наверное, какой-то спад или я бы меньше стал тренироваться, не знаю. А так, если бы все шло как и шло, я, наверное, бы также продолжал все выигрывать. Скажи, пожалуйста, ты 21 год, молодой парень, ты как по себе ощущаешь? Ты уже вот в этой категории определился, перестал расти? Или, может быть, организм будет требовать перехода в более тяжелую категорию? Не, я вот, меня перевели, вот 87 килограмм, и тяжело, еще не могу набрать хороший вес. Вот у меня до 90 килограмм, это для 87 это очень мало. И я стараюсь, но не знаю, почему-то пока не получается набрать вес. Пока насчет еще выше еще не думал, надо устаканиться в своей категории. Любой спортсмен вот мечтает о серьезном поединке с каким-то вот лидером мира. С кем бы ты хотел сделать схватку и почему? Я хочу сделать схватку с Жаном Белевеньком, хочу сделать с Лоренцем схватку, хочу сделать с немцем Кудлой, хочу сделать еще раз со схватку со Скаловым Рустамом. Много встреч, хочу пройти самую тяжелую пульку, если так получится. Вот это будет реальная победа и она будет дорого стоить. Хороших ребят назвал, но, по-моему, Беленюк уже увлекся другой профессией, или все-таки он тренируется, следишь за ним? Я не слежу за ним, но я надеюсь, что он не закончит. Только вот он сам говорил, что он закончит после Олимпиады 2020, но чуть перенеслись, я думаю, он будет, ему еще надо выиграть свой отбор. Там тоже неплохой парень, Новиков, вот, и с ним тоже еще хотел раз побороться.